Всех приветствую, меня зовут Эдем Зейралиев по кличке Джон. Я из Узбекистана, города Ангрена, сейчас проживаю в Москве. Занимаюсь боксом, пришел сюда из бокса, являюсь действующим профессиональным боксером. Сюда пришел, чтобы проявить себя, проверить свой бойцовский интеллект, смогу ли я подобрать ключи к бою. Все, сопернику пожелаю удачи и все без травм, чтобы было. Всем салам алейкум, я Камал Гасанов. Со Свердловской области я сам, с города Асбеста. Мне 23 года, являюсь мастером спорта по боксу. На топ-дог заявился, чтобы попробовать свои силы в чем-то новом. А сопернике ничего плохого сказать не могу. Знаю, то, что тоже боксер. Надеюсь, что мы с ним покажем красивый и зрелищный бой. Всем удачи! Мы с вами увидели бой, который оказался действительно достойным для открытия нашего вечера. Но планку еще можно повышать и повышать. Ну а продолжит его бой двух мастеров спорта по боксу. И первый из которых с интересной предысторией. Давайте же встретим следующего бойца. Это Эдем Зейралиев. По прозвищу Джон. Год назад он уже имел опыт боя на голых кулаках и пришел к нам не просто так, ведь дрался он не с кем-то, а с нынешней звездой нашей организации Тимуром Золотым. И самое интересное, что в том бою он одержал победу. Мастер спорта по боксу, призер и член сборной Узбекистана, профессиональный боксер, прошедший полноценный лагерь, вернулся лишь с одной целью – добраться до Золотого и доказать, что их первый бой не был случайностью. Его рост 179 сантиметров, вес 70 килограмм и ему 23 года. Давайте еще раз поприветствуем Эдема. Ну а первой преградой на его пути станет Камал Гасанов по прозвищу Камикадзе. Дебютант, мастер спорта по боксу, за плечами которого около 300 боев, и в подавляющем большинстве из них он одержал победы. С 11 лет в боксе, прямиком из города Асбест Свердловской области, Камал Гасанов! Его рост 177 сантиметров, вес 69,9 килограмм и ему 23 года. Давайте же посмотрим, что нам подарит эта вторая пара бойцов. Команду слушаем, не нарушаем. Правила знаем, да? На середину. Приветствуем команду, слушаем. Мои внимательно, правила нарушаем. Желаю вам удачи, красивый бой. Покажите по углам. Судья. Первый раунд. Файт! Накидайся. Хорошо. Давай, Камал, аккуратно. Он не твои ноги. Покидай легко, Забивай! Качай, не забывай, Камал! Хорош!
носом кача, не только на ногах. Один из правый проходит, правый проходит. Удари там. Правый год еще проходит. Смещайся ты в центр. В сторону смещайся. Стоп. Хорош, хороший темп, правый проходит. Дальше так же. Голову выше лежит. Собран. Задние руки, спеши, задние руки, спеши, дергай задней рукой. Дергай задней рукой. Задней рукой встречай ты. Все, твой центр. Право прямой, узко. Узко Камал, все хорошо, не надо никуда спешить. Все, о, все еще хорош. Оттолкну. Стоп. Попиди, попиди. Твой центр. Вокруг него. Жестче, жестче. Стоп. Стоим. Попинти, попинти. Джебом. Ты в центр входишь. Стоп. Джон, два, что работает? Дэм серию сделай. Фай. Камал, чуть в сторону забегай. Хорош. Не заряжайся. Джон, не заряжайся. Фай. Легко, темп немного. Не спеши. Не спеши. Фай. Контроль. Хорош, хорош, еще это. Серию сделай, да. О, хорош, хорош. Камал, чуть-чуть серию в сторону смещайся, в сторону. Ты по прямой двигаешься, хорошо. Давай, давай. Все, не бегай. Руки. Прямой бег, Руки. Камал, руки контролируй свои, не надо. Один не заряжайся, серийно, серийно поработай. Один не заряжайся. Аккуратно. Концовку, концовку сделай. Заряжайся, он не проходит. Переднюю ногу. Чуть-чуть за переднюю ногу двигайся. Ты в него входишь. Окей? Да, понял. Так, все хорошо, молодец. Подбородок, опусти руки, контролируй свои. Все. Так же заходи, молодец, да, попал еще. Камал, Камал, двойка нужна. С правой попадаешь, надо левую добавить, туда. Левую подними. Вот, хорош. Правую добавляй. Стоп. Хорошо. Он активнее, ручки поднял, работать надо. Еще. Заходи, заходи, Руки контролируй, Хорошо, ты молодец. Стой, молодец. Заходи. Камал, иди к нам. Белый, Камал, сюда иди.
Все хорошо, молодец. Чуть-чуть, да. Давайте поддержим бойцов, они выкладываются на все 100. Первый, первый не выплёвал, держи руку. Дай свои эмоции. Ручки выше! Ручки выше! Все, техника нужна, Камал, не драка. Вот это надо концовку забирать, Джон. Концовку забирать надо. Ручки выше, Камал. Все, молодец. Стоп, парни, по углам. Молодец, молодец. Хорошо, не заигрывайся, ты начал единственное играться с ним. Не заигрывайся. По раундам могут много, надо забирать. Надо забирать, как там железно забирать, понял? Все, просто поточнее, поточнее, понимаешь? Просто поточнее работать. Работай просто подочную. И подавливай, но не кидайся. С ними сближайся, не кидайся, не сближайся. Легко, все легко делай. Раз, два, три, все легко. Раз, раз, два, все легко. Прежде чем мы перейдем к последнему, третьему раунду, хочу отметить, что сегодня в ринге, по-моему, два камикадзе, а не один. Настоящий бескомпромиссный поединок. Давайте поддержим бойцов. Камалу слишком много времени для отдыха. Бойцы на середину. Перетерпи, перетерпи и все. Давай. Третий раунд. Файт! Контролируй руки. Дама, руки контролируй. Не ведись на него. Не ведись только на него. Выше держим. Руки! 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 Руки!
Стоп! Концовку надо забрать! Все, она твоя! Пачка! Стоп! Поднимаемся. Давай, давай, давай! Все! Давай, Капа! Молодец! Все равно победил! Камал демонстрирует в очередной раз, что его кардио готово к любым испытаниям сегодня. Бойцы уже на середине, а это значит, что мы можем объявить победителя. В этом близком бою, в котором на ринге было два камикадзе, победу одерживает Камал! Камал, давай возьмем для начала у тебя слово. Ты полностью оправдал свое прозвище в самом начале, пропустил тяжелый удар. Очень красиво смотрится золотой зуб. Я знаю. В целом, тебе удалось перестроиться и перевернуть поединок в свою сторону. Расскажи нам, насколько я знаю, это тоже твой первый бой на голых кулаках. Также хочется отметить, что твое кардио было готово к этому испытанию. Расскажи о своих ощущениях и что будет дальше. Всем салам алейкум, в первую очередь, ощущения бомбовые. Мои планы – это погоня за перстнем в 70 килограммах. Я думаю, ты имеешь все шансы на это. И, пользуясь случаем, в первую очередь хочу сказать всем секундантам, тренерам, Вова и его залу на моде, которая приняла меня, чтобы потренировать за хорошую функционалку. Ему тоже спасибо. И Леха Данилов за помощь ему попасть именно сюда, через его знакомых. Вот. Спасибо ему большое. И после случая обещал друзьям Стасик Косарев, Николай Хаув, Рома Юрков, братья, всем привет!
Спасибо. Иногда мне кажется, что вы приходите сюда так ожесточенно драться только для того, чтобы передать привет. Они просто верили в меня изначально, когда уже никто не верил. Так же и они тоже меня в первую очередь верили и трудились ради этого, чтобы я оказался именно здесь. И я не мог их просто подвести. Самое главное — продолжать. Камал Гасанов, Камикадзе. Ну а сейчас давайте дадим пару слов Эдему. Потому что я бы не сказал, что ты в одну сторону проиграл этот поединок. Ты сражался до конца и шел к своей цели. Но сейчас оступился. Я думаю, что ты еще можешь вернуться и продолжить это восхождение. Спасибо тебе за этот поединок. Это уже твой второй бой. Возможно, ты хочешь что-то сказать. Раздельным решением проиграл хоть? Раздельным решением проиграл? Нет, единогласно. Единогласно? Шалеть. Спасибо организации. Пацаны, вас подвел. Извиняюсь. Все думали, что я выиграю. Ты никого не подвел, Эдем. Все хорошо, надеюсь, показал красивый бой. Если в следующий раз будет возможность выступить, подготовлюсь лучше, покажу более зрелищный бой. Всем спасибо, всех обнял. Спасибо тебе, ты подарил нам красочный поединок. Я думаю, все согласны, что вы подняли планку. Спасибо тебе. Эдем Зейралиев Джон.